таким кайфом достал. Обычно двигаемся в челноке по команде двойка с подшагом. Развернулись в другую сторону. Двойка с подшагом. Приготовились. Раз. Два. Последний. Раз. Два. Отдыхаем. Двойка через подшаг, дальняя нога обтягивает. Напоминаю, вот на этом движении сейчас многие делают
не пауза, а вы медленно подшагиваете. Вы делаете так же, как мы отрабатывали отдельное движение джеб через подшаг. И здесь вы падаете и уже шагаете в сторону. Как только была дальняя рука, сразу вынос ноги. Самое важное здесь движение именно на ногах. Здесь раз-два, удар, повернулись в другую сторону. Раз-два, удар, повернулись в другую сторону. Раз, подбородок ниже. Два, быстро. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз. Раз. Два. Отдыхай. Двойка руками через подшаг. Плюс дальняя нога, долю тяги. Напоминаю, никаких движений сбоку. Так же, как через обтяги мы выносили, вынос ноги вперед, колено не меняет своей траектории, идет вперед туда. И здесь бьем долю тяги. Фазу сбора фиксируем. Вы должны ударить, зафиксировать, потом поставить, развернуться в другую сторону. Зафиксировать, потом поставить. Два. Раз. Два. Раз. Два. Левосторонняя стойка, как обычно мы в однопорное положение, хилкик 360 в длину, туда выбили, постановка долю ближней на живот, хилкик долю, напоминаю, только нога ставится, сразу же бьем долю, плечи не заваливаем. Раз, два, докручивать 360, быстрее ставим ногу, два. Плотнее заряды. Три. Вперед смотреть. Четыре. Все ниже пояса. Шесть. Семь. Быстрее ногу ставим. Восемь. Девять. Десять. Два. Три. Четыре. Раз. Куда ты смещаешься? Никто не смещается. Два. Докручивать 360. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.
левосторонняя стойка. Сейчас работаем по очереди. Раз, одиночный удар ближней рукой, смещение под углом. Здесь все, я стал. Миша ударил то же самое. Двойка через подшаг, второй удар, контакт. Первый по воздуху, второй контакт. Отошел. Миша то же самое. Все, работаем по очереди. Раз джеб, раз двойка через подшаг. Где вторая рука, Сергей? Быстрее подшаг. Опять фронтально плечи разворачиваешь. Подбородок ниже. И опять переднюю руку убираешь. Руки подними, ручки. Первый по воздуху контакт, он дальше отходит об чаги. Отошел. Ногой в контакт не бьем, долю чаги. Первый по воздуху контакт, долю. Самое важное здесь, самый момент, от контакта. Сейчас долю. Удар, и вот я ставлю дальнюю, бью дальней рукой, ставлю ногу. Как только у меня было касание, оно вытягивает ногу. То есть ни в коем случае у вас не должно быть вообще здесь паузы. Я встал, раз, два, нога. Обчаги через коридор, доля чаги также через коридор. Вынос ноги и вкручивание бедра вперед. Отходить надо после второго удара. Не в контакт, мы бьем удар ногой. Так, на первых тренировках мы делали это задание одиночными. Миша выполняет одиночный удар рукой, я выполняю защиту. Защита у меня, еще раз, подставкой, двумя руками и уклон. В эту сторону, нырки. И максимум движения на ногах назад и к нему. То есть защита непосредственно за счет туловища, но все движение должно быть на ногах. Сейчас мы делаем... Миша не одиночно работает, он работает свободно, но легко. То есть и комбинациями, но при этом легко, быстро, но легко. Моя задача, так как эта работа непосредственно больше не тэквондистская, а боксерская, нам здесь просто немножко поработать, чтобы привыкнуть пропускать и защищаться от ударов на несвойственной для нас дистанции, что является полезным. То есть дистанцию вот такую мы не разрываем. На дальней боксерской дистанции, где у меня движение руками, должны быть вместе с ногами, то есть шагом вперед, шагом в сторону, на подскоке. То есть дальше этой дистанции мы не уходим. Я напоминаю, что у нас есть дальняя здесь, средняя и ближняя, когда совсем мы здесь близко работаем. Вы, многие, не умеете работать в клинче, поэтому не надо. У нас средняя дистанция и дальняя дистанция. Все. Те, кто работают руками, работаем аккуратно. То есть я вот работаю руками, это не значит, что я там буду... Я ищу открытые части моего партнера, чтобы попасть не в защиту, но тем не менее я работаю легко. То есть я, Миша защищается. Раз, я здесь. Раз, два, двойку ударил. Кинул боковую где-то, поменял стойку. Здесь. Раз, два, три. То есть сейчас мы не замыкаемся точными, не двойками, наоборот, больше повторных ударов, больше двоек, меньше одиночных ударов. Один защищается, второй атакует. Слушай, корпусом работаем. Не застаиваемся. Туловищем работаем. Руки не опускай, долгов. Блин, на ногах, а не ходи, двигаться. Куда вы так, Лазарев, далеко отходите друг от друга? Кудрявцев, руки подними дальнюю. Костя, Киселев, где площадка? Быстрее, скорость, Влад, скорость.
Крышенинников! Что за удары? Тура! 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 Т